Всем привет, с вами снова Трибунал, и сегодня мы будем обратно тратить кучу камней на союзников. Тратить буду я на Твине, Твин находится на моем аккаунте. Значит, добавили нам сегодня новых союзников, сейчас мы посмотрим. Загрузимся сначала. Значит, тратить будем сколько? 25 тысяч, да, 26. Да, 26 600 камней мы потратим, и также у нас есть уже готовое секретное указание, 62 штуки. Это сколько у нас получается? Там 40, 200, 220, 280 секретных указаний суммарно получится. Для тех, кто не знает, есть код, недавно появился, значит, этот код выглядит примерно вот так. Вот здесь в обмен CDK вы вводите на английском. DR777. Вот, у меня уже этот код введен, для тех, кого не введен. А вы вводите, вам приходит на почту подарок. Подарки 50 секретных указаний. Вот, в принципе, они вот здесь и есть. Плюс дополнительно вот эти 26 тысяч камней. Значит, нам добавили новых союзников. А где же та, где же та? Сейчас мы... Видите, я теряюсь, не могу вам нормально показать. Да, вот здесь вот где-то нам покажут. Вот, видите, Лу... Но что у нас? Эричка, Лу и Май. Сакатоху. Вот. Сегодня мы их будем выбивать. Будем бить бесплатно. Что тоже бесплатно. Эти нам не интересуют. Значит, сначала мы бьем одинарные бесплатно. И потом по 10 мы лупим 28 раз. Посмотрим, что нам выпадет. В принципе, сильно я не буду затягивать, как обычно. С первого раза обещают нам по-любому 5-звездочный. Посмотрим, как сфартанет. Вот он есть. Пятерик. И все. Не густо. Так. И следующий понеслась. О, опять. Посмотрим, насколько повезет. О, это что-то. А, это обычно. Не, но на колледж, да, по-моему. Да, колледж нона выпало. Смотрим дальше. Эй, куда? Что ты? Что ты? Куда нам надо тратить? Тратим, тратим, тратим. О, опять. Три удара, и каждый раз что-то падает. Пятерик, шестерик. В принципе, неплохо. На основе так бы падал. Опять. Это четыре. Четвертый удар, да, по 10. А здесь что-то... Ну, ничего, так четыре удара по 10, и Эричка упала. Я же говорю, на основу так бы падало. Потом посмотрим новых статы, что дают. Так, слушайте, это какой? Пятый удар, и каждый удар что-то падает. Я сейчас на Твина соберу комплект, я себя чувствую. Пока мы ударим 28 раз. Нет, вот, холостой. Это уже чувствуется. Так. Да, конечно, тратить. Чё, о чем речь? Чё, мы не жадные. Да, ну всего-навсего обычная речка упала. А, и не только. Да, давайте. Да, и лупал. То есть 2 шестизвездочных в одном ударе. В принципе, ну, а почему бы и нет, правильно, да? Обычный ролл, каждый так бьет. Каждый раз вот все так бьют. Вот взял, ударил, и 2 шестизвездочных. Причем топовая эричка. Ну, луп там. По стуку, по скоку, просто плюс 6. А, продолжаем, продолжаем. А Твинам типа это всегда так падает, или мне так кажется? Потому что я на основе вот сегодня 13 тысяч камней спустил, так мне там один хлам падал. Вот, а, вот повторочка. Повторка Эрия, да, по-моему, у нас уже есть. Мы еще посмотрим, что там получится. Нам еще 23 тысячи камней нужно потратить. Ну, смотрите, один только ролл был без 5-звездочных, то есть без 5-6-звездочных. Все роллы, вот роллы, да, как в суши, как будто сходил покушать. А, да, все роллы полностью падают с какими-то шестерочками. А вот второй накаркал. Что там нам осталось? А нам много еще осталось. Вот, вот, вот. Уже когда уже нападало шестерок, то уже начинает вас... филонить, говорит, типа, слышь, может, хватит? Сколько можно?
О, пошли холостые. Вот. Вот это, кстати, то, к чему я веду, то, что вот даже в такие акции проще ударить один раз, там, где с акцией на 5 звезд, и не бить больше. Ну, не стоит оно того. Да, если вы там овердон, то да, нужно набивать какие-то дополнительные союзники, они дают статы там и тому подобное. Но если вы играете без лишних камней, без лишнего доната, это третья Эричка, да? Без лишнего доната. Эричка четвертая, а третья новая Эричка, скажем так. Спецназ. Если вы играете без лишнего доната, то оно того не стоит. Проще ударить один раз вот этот акционный, там где пятизвездочная стопудово падает. И все, и типа, и забить до следующей акции. На следующей акции опять тоже так же сделать. Да, если там насобираете камней, продадите там драконик рыжий, например, и он будет там десятка лишняя, то можно поиграться немножко. Но опять-таки оно того не стоит. И еще чего советую, если вы собрались все-таки набивать, и вам выпадает шестизвездочная карта, то, ребят, остановитесь. Дальше будет хлам. Вот такие вот роллы будут, типа, четверочки, троечки, типа, бесполезные. Это просто твин, так здесь вот, Эрич какая, четвертая Эричка. Ну, слушайте, ну, можно ролик назвать, сколько Эричек мы выбьем, да, за 30 тысяч камней. Да, вот еще, что? И Лу второй. Нормально. Я говорю, я бы если на основе, так я бы с радостью потратил, сколько там, 30 тысяч, да, я говорю. Ну, 30 тысяч я бы с радостью потратил. Так бы нападало. Шиви. Сями. Сями. Так, что у нас осталось? А осталось-то у нас 5 ударов. Я, кстати, не засек. Это 5 с этим было или... Да, теперь 4. Ну вот, чуть-чуть осталось. Дальше посмотрим, что там нападало. Скиллы посмотрим. Кощи. Не, ну в принципе, я вам скажу, ну твину насыпало нормально. Вот на основу так насыпало, это было бы хорошо. Если думаете, что я на основу столько не потрачу камней, то как бы я на союзников уже больше потратил. На порядок больше. Еще сями, повторочка. Так, что у нас там? Последний удар, да? Все, ничего не упало. Окей, давайте посмотрим, что мы получили, что у нас получилось. А давайте еще здесь вот бесплатно ударим. Ну, блин, так по максимуму, правильно? Получится у нас 281 секретно. Ой, ну ладно. Так, 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 так. Что у нас здесь? Значит, так, вот это мне мозолит глаз. Я с вашего... Ой, бог, сколько это всего хлама. Так, уберу, но мне глаз реально мозолит. Значит, выпало 2 Лу спецназа новых. Значит, один с повторки. 3 Эри спецназа. 4, то есть 3 повторки. Значит, повторка Еву. Короче, эти все повторки. Май новой не выпало, да? Сейчас посмотрим. Так, да, май новой не выпало. То есть почти все. Там всего 3 есть. Так, что по навыкам? Навык из урона. Но у него снижает меткость на 10% противника. Ну, так спорно. Вот этот реген ХП не умирая. Он работает очень редко. Практически не работает. Бесполезно. Плюс 1 к частоте увертывания. Ну, к увороту. Ну, типа прям вообще забей. Вот ради статов, ради союза разве что. Так, что у Эрички? Вот, враги в этой области получают снижение скорости движения на 30%. Ну, в принципе, неплохо. А что с пассивкой? Получаемый урон снизится на 1%. А при проточке сколько будет? А, здесь 1. Здесь 30, не меняется. Ну, в принципе, так, спорно, я бы сказал. Да, мы еще школе Джнона выбили, да, по-моему? Или я что-то перепутал? Да, по-моему, колледж Нону выбили. А сколько мы всего выбили? Мы выбили колледж Нону, спецназ, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы выбили 8 шестизвездочных. И пятизвездочных здесь 6, 7,
8, 9, 10, 11, 11 повторок пятизвездочных. Короче, выбили дофига, но реально на 30 кусков это типа нормально. Давайте разделим, выбрать все, разделить, что получится. У-ху! 300 камней, 310 фрагментов, еще и этих проточечка. Так, а сколько фрагментов здесь всего сейчас на персональ... на аккаунте? 688. Еще бы чуть-чуть, и можно было бы тоже еще что-нибудь взять ради интереса. Так, давайте еще попробуем, посмотрим эрию. Насколько хватит прокачать. Ну, здесь мы сделаем ее, конечно, максимум. Ради интереса. Крит плюс 15% это топчик в основу для дамагеров. Здесь у нас просто дамаг скилл. И здесь увеличивает наносимый урон персонажа на 15%. Вот это топчик в центр для всех персонажей, которые именно ДД. Так, посмотрим, что у нас по левелу получится и апнуть. Вот это интересно. Так, что у нас там еще много? А, еще половина. Ну, в принципе, так себе. Короче, в целом неплохо. Ну, ролл очень хороший получился. Очень много получилось 6 звездочных. Если бы так основе везло, я был бы безумно рад. В принципе. Вот. В принципе, все. 30 000 камней потратили. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.